Всем привет! Вы смотрите канал Просто Детки, и сегодня мы продолжим с вами играть в игру Сияние вместе с Эльзой и ее сестрой Анной. Сейчас тут у нас куча названий: Холодное сердце, Звездопад, Сияние. Игра называется вообще Сияние, поэтому здесь у нас много-много миссий. Мы с вами прошли 10 из них, и сегодня постараемся пройти еще 10. А у нас есть Колесо Фортуны, вот оно. В прошлый раз, мы помним, выиграли что-то такое большое. Самый такой крутой ящик. Может быть, сегодня нам повезет. Хотя, в принципе, может, это правило. О, сейчас смотрите. 50. Ну, конечно, нет. 200. Но все равно. Так, а у нас баланс какой? Может быть, давайте купим еще оборот. Перед самым... Сундук. Я, правда, не знаю, для чего эти деньги еще. О, смотрите, два раза подряд 150. Ну, просто нам вообще неимоверно. Спокойно открыть. Так. Вот этот за 180 ключей. Сундучок. О, класс. Монеты. Получается, мы купили за 30 монет во вращение и получили в приз 25. Ну, обалдеть. Нечестно. На этом наше везение закончилось. А, ну да ладно, давайте сейчас попробуем проходить дальше уровни. У нас 5 жизней, то есть мы должны пройти эти все уровни, не потратив жизней. Так, смотрим. Разбить все красные блоки. У нас есть помощники, но мы их пока пользоваться ими не будем. Попробуем поиграть без них. Давайте вспомним, в чем состоит суть игры. Для тех, кто или не смотрел, или забыл. У нас здесь разных много картинок, и нам нужно все вот эти красные блоки разбить. Так, мы это можем сделать, вращая уровень удара. И снежок вот так вот наш прыгает, пока не упадет вниз. Ох, смотрите, он комом стал. Только почему-то он не летает. Он уже, блин, опять маленький. Успели нормально им ничего взять. Чего, это все было всего лишь с одним снежком, а у нас их 14 осталось. Поэтому надеюсь, сейчас нам лучше получится. Да, смотрите, неплохо. Там ту часть уже почти полностью расчистили. Смотрите, мы еще снежок получили, обалдеть. И вот уже мы 3 звездочки с вами набрали. То есть, а фактически еще ничего не потратили. Так, нам нужно не сюда, нам сейчас нужно красные выбивать. Вот так вот выбьем, а там дальше все, что будет. Эх. Ну не надо падать, пожалуйста, смотрите. Пропала наша вся вот эта конструкция. Так, надо сейчас подальше то закинуть, может, вот так вот. Эх. Хотел на красный попасть. А, не, попал как раз. Ой, опять превращаемся в большой шар. Обалдеть, смотрите, как классно. Почти все уже выбили. То есть, ну, вначале нам повезло, конечно, очень сильно. Мы двумя снежками почти все, что нужно, сделали. Поэтому давайте вот так вот еще попадем в красные вот эти. Все. А остальные снежки сделают все сами. Ух. А вот и называется звездопад, потому что снежки остаются, так все вместе падают. И смотрите, сколько мы очков набрали. 97 тысяч. Я не помню, набирали мы столько или нет. Да, абсолютно рекорд в этой миссии. А даже 107 тысяч. Ничего себе. Переходим на новый уровень. 12-й по счету. Не будем терять времени и начнем его играть. В первых 10 уровнях мы прошли 9 миссий с 3 звездочками, одну никак не смогли пройти с 3. Но пока миссии мы начали тоже с 3. Нам нужно погасить все факелы, понятно. Давайте попробуем. Неужели это так сложно? Давайте сразу начнем. Как-то вот так вот. Да, давайте вот так вот. Смотрите, как красиво. Ай, не получилось. Обалдеть. А почему не получилось?
Я хотел так плавно, чтобы он покатился. О, вот так вот, смотрите, а сейчас получилось. Еще и факел погасили. Обалдеть. А что ж не получилось первый раз? Как-то ж неинтересно. Ну, давайте не будем далеко забегать, начнем с центрального. Вот это вот факела. Вот так вот еще. Нет, лучше, наверное, сюда куда-то. Эх, а чё ж он никуда не отскочил? Честно. Вон там Анна что-то подсказывает. Так, как-то вот так вот надо. Вот, открыли факел. Сидь теперь. А, снежок застрял. Прикольно, смотрите. А, не, он не застрял, то просто он открылся другой. Как-то нужно так вот нам сделать. Давайте попробуем. Эх! Ну что, попадем туда или нет? Нет, смотрите, вылетел оттуда. Обалдеть. Ну, и опять не попадаем. Или попадаем. Да, попали. И все, у нас сейчас будет звездопад. Правда, всего 6 осталось этих снежков, поэтому звездопад такой не сильно обильный. Но, тем не менее, мы 3 звездочки опять заработали. Все. Да, и поставили очередной рекорд. Так, ну что, пошлите к 13 уровню. Мы прошли на ура с 3 звездочками. У нас вот есть бонусы, но их я использовать не хочу. Это когда уже не сможем пройти уровень какой-то, тогда придется использовать бонусы. А пока мисс пускай копятся. Ух ты, тут давайте 6 факелов, ничего себе. Вот эти красные блоки было легче выбивать, чем факелы. А смотрите, можно попробовать сделать вот так вот сначала, если получится. Да, вот смотрите, как красиво. Один факел сразу погасили. Хорошо, тут приближение есть, можно аккуратненько навестись. Вот, еще один факел погасили. А теперь будем вот эти все остальные стараться как-то... Ой, блин, а вот тут, конечно, плохо, видите? Так бы он там зацепился, так он улетел. Ну, мимо. Что же делаешь? Один факел еще погасили. Осталось у нас 9 снежков. Эх! Да, как-то у нас что-то не так. Пока мне не нравится, что у нас получается. Неправильно начали, надо было все-таки с центра начинать, а не с боковых этих. Ну, вот смотрите, они просто отлетают по сторонам и все. Как-то нехорошо. Ну, слава богу, погасили все-таки. Еще один факел. Как же нам добраться до того, который там в уголке? Ну. Не, ничего получилось. Смотрите, 4 осталось снежка. Если так все дело пойдет, нам не хватит. Надо вот эти выбивать как-то, не знаю. Да, вот. Ух. Вот получается, не, все, мы проиграли, смотрите. Этот мы погасили. А как тот погасить, я не знаю, у нас никак не получается. Да, все. Проигрыш, обалдеть, так все хорошо. Так. А, ну последний выстрел нам не надо, смысл? Не, не надо. Ну что, отменяем выстрел, так а смысл, если у нас... Все равно нет вариантов его выбить. Толку, что мы его отменим. Все, он ничего не изменил. Да, и за 30 монет. Не хочу я за 30 монет теперь отменять. Хотя теперь получается, что... Потратили одну жизнь. А интересно, они потом восстанавливаются, потому что мы еще не проигрывали. Ну, сейчас начнем и будем пробовать по-другому уже это сделать.
Правда, не знаю пока как. Какая-то миссия оказалась сложнее, чем кажется на первый взгляд. Тун-тун-тун-тун-тун-тун-тун. О! В тот вообще не целились, а он взял и погасился. Бывает же такое. Вот, еще один погасили. Вот что значит везет. Так, давайте. И тот погасили сразу. Обалдеть, смотрите как. А эти уже дело техники погасить все. Еще раз так же сюда кидаем. И все, вот он факел перед нами. Все, осталось у нас 7 снежков на вот эти 3 кома. Только, к сожалению, мы, наверное, не заработаем 3 звездочки. Почему? Потому что слишком мало очков набрали. Вот. Давайте. Вот, Анна. Ну, здесь запас всего 4 звездочки, поэтому я не думаю, что мы много очков соберем. Хотя нет, смотрите, 3 звезды. Обалдеть, я в это не верил, если честно. Хоть мы и потратили здесь одну жизнь, но все равно прошли уровень с 3 звездочками. С чем вас всех и поздравляю. Так, идем к следующему уровню. Четвертому на сегодня. И уже 14-му по счету. Надеюсь, он будет немного полегче. А то тот уровень заставил нас попереживать. Тут видим, что крутится у нас что-то. Как бы начать? И всего лишь у нас, смотрите, 10 снежков дано. Обалдеть, да тут уже какие-то сложные уровни пошли. Мне это не нравится. Но с другой стороны видим, что очки можно набирать. И погасили сразу один факел. Обалдеть. Давайте куда-нибудь туда его запулим. Вот, еще один погасили. Осталось уже 3. Ну, правда, ведь и снежков у нас всего лишь 8. Надо как-то сюда попасть. Попытаться вот эту дырочку. Опа! Ну. Давай. Эх, мимо, ну смотрите, прям мимо него улетел. Так, а как же нам сюда попасть? Давайте попробуем, может как-то вот так вот. Да, попали, обалдеть. А сюда получится? Давайте пробовать. Тоже попали. Интересно, так вот мы зацепим его или нет? Давайте пробовать. Смотрите. Обалдеть, все. Пока не столько одна. Так нечестно. Вот, 2 уже звездочки. На 2, наверное, мы есть. Нет, 3! Обалдеть! Как это? Опять в концовке мы с помощью звездопада набрали кучу очков. Вот видим, что вышли на первое место опять. Хорошо, все, что хорошо заканчивается. Давайте идем к следующему уровню. Сейчас глянем, получается 15, 17, 18, 19, 20. Ага, не, мы немного не успеваем до сундука. То есть сундук это будет уже там на 21 или 22 уровне. Поэтому это будет уже в следующем обзоре. И у нас хватило жизни. Хватило только что таймер на жизнь. То есть жизни восстанавливается с определенным количеством времени. Так что можно не переживать. Жизни у нас будут потом опять все целиком. Попав по огненному снежку, можно растопить большую часть блока. Интересно. Каждый раз что-то новенькое. Так. Ничего не понял, если честно. Давайте попробуем сюда попасть. По этому огненному снежку. Ух ты. Гляньте, как классно. Обалдеть. Обалдеть. Разве это не прикольно? Одним снежком почти все разрушили. Класс. Все, и 3 звезды уже у нас в кармане. И вот третьим стежком мы полностью уже все прошли. Звездопад. То есть это вообще быстрая миссия оказалась. Да, так, когда что-то получается, одну миссию делает лёг. Еще уже. Но можно и ноги сломать. Все. Шли опять с 3 звездочками.
Так, ну что, давайте пройдем шестой уровень. Надеюсь, он будет не такой сложный, как я представляю себе. Ух ты. Какой-то опять там паук или что. Давайте сразу используем нашу... вот эту вот огненную шар. А эх, блин, сразу и второй использовали. Так нечестно, смотрите. Получается два шара. Или он не использовался. А он не использовался, вы знаете. Так, давайте второй тогда сразу. Надеюсь... Да! А вот его мы уже и профукали. То есть мы в итоге только три красных блока выбили. И все, уже ничего у нас нету почти. Снежков мало. А, получается, обычные шарики не выбивают эти деревянные блоки. А огненные... ну, их сожгли. Так. Ну, мы никак не успеваем. Вот смотрите, осталось еще 9 красных блоков, а у нас 8 снежков. Только если нам будет очень вести. Вот с этим уже не повезло, только один блок выбили красный. Нужно надеяться, что вот тут повезет, как-то вот. Да, тоже не повезло, тоже только один. То есть по-прежнему у нас... не достает одного шара. Вот, 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 уже повезло, смотрите. Уже теперь у нас 5 шаров и 5 блоков. Ух, блин. Так, ну что, тут главное не промахиваться. Надо как-то вот так вот аккуратно сделать, чтобы выбить 2. Отлично, 3. Все, супер. Остался один красный. Красный шар. Мы его легко выбиваем. Наше везение нас пока еще, скажем так, в хорошем смысле слова. Эльза и Анна хлопают, им нравится такая игра. А вам нравятся такие игры, детки? В принципе, они не сказать, что слишком веселые, но зато тут нужно иногда подумать, там нужно везение свое использовать. Поэтому, кому нравятся такие, писать, что нам нравится. Я не знаю, записывать их или нет. То есть мы одну цели, а просмотры были. Ура, открытые огненные снежки. Интересно, давайте посмотрим, что это такое. Поэтому, если просмотры будут и дальше, то мы будем записывать эту игру. А если будет просмотров мало, то смысл, если никто не смотрит, ее записывать. Надеюсь, хорошо, дойдем эту игру до конца. Так, смотрим, как действует огненный снежок. Он поможет проходить сложные уровни. Ну, давайте посмотрим. Нажимаем на него. Amazing. Стреляем, стреляем. Ух ты. Есть такое дело. О, так а как же нам эти деревянные теперь разбить? Если у нас нету, получается, огненного снежка больше. Ага, вот так толкать надо, понял. Да, надо толкать вот эти шары. Точнее, шарами вот эти кристаллы. Ну, он куда-то укатится или там так и останется, смотрите. Обалдеть, так же нечестно. Ух, класс, смотрите, как получилось. Обалдеть, я его, думал, уже никак не столкну. Все отлично, у нас осталось 4 кристалла. Только как бы к ним добраться туда, я не знаю. Эх! А, мы можем еще один шар бесплатно взять. Ну, давайте тогда попробуем. Ох, смотрите. Да, это обучающий уровень, поэтому мы бесплатно их можем взять. Давай, падай, падай. А еще можно бесплатно? Точно, а че я мучился тогда? Теперь берем и пускаем сюда. И прожигаем вот эти вот все деревянные блоки, которые... Блин. Что ж ты сделаешь? Так. Ну, разработчики Amazing. Добрые, поэтому давайте... этим воспользуемся. Пока все бесплатно. Опа!
Так, еще один надо тоже. Огненный шар. Потому что потом их придется, наверное, покупать. Что мы себе позволить не можем. Поэтому пока мы используемся. Вот, 3 звездочки. И смотрите, сколько очков. Ничего себе. У меня все больше и больше очков получается. Вот, давайте. тысячи очков. Ничего себе. Класс. Ну что же, нам осталось пройти всего лишь 3 уровня, по-моему. Да, вот у нас открыты огненные снежки, и один нам дали бесплатно. Остальные придется покупать. Так, видим, у нас остался 18, 19, 20 уровень, который мы хотели сегодня пройти. Играть. Так, ну что? А это нам дается на каждый уровень, что ли, 3 бесплатно? Интересно. Я пока еще с этим не разобрался. Давайте пока попробуем. Ну хотя зачем мелочиться? Давайте сразу попробуем вот эти вот огненные. Я бы сказал, неплохо, но можно было бы лучше. Эх. Ну это этим вообще плохо распорядились. Давайте вот так вот сейчас. Вот, подтолкнули, отлично. И он упал вниз. Все хорошо. А что это за желтые такие штуки? Я уже забылся, что они дают. Надо попробовать. Главное до них добраться как-то. Ой, куда ж это я? Обалдеть. Так, это все хорошо, но у нас мало снежков остается. А вот блоки эти еще на месте пока месть. Так, надо как-то их разбивать. У нас 6 снежков. О, вот. А смотрите, он так и прыгает. А чё, он не набирает, что ли, нам очки? Плохо. Ха-ха, смотрите, уже 2 прыгают, обалдеть. Какая вот у них игра. Переговариваются они. И мы даже не можем выстрелить нормально. А, сами себе сделали подвох. Вот, успел. Смотрите, смотрите. Давайте вот так еще попробуем как-то попасть сюда. Эх, мимо. Ну что ж ты сделаешь? Вот как тут можно теперь сыграть? Неужели опять придется... Ну... Опять... О, все, одну... А почему? Что, они неужели не разбиваются? Да, один снежок остался. Блин. Забыл совсем и про огненные. Ну. Может, он все-таки как-то... Куда-то его откинет, смотрите. Нет. Нет, не хочу. Нет, не буду продолжать. Пускай мы потратим одну жизнь, но все-таки я не буду покупать ничего. Просто не повезло. А интересно, теперь они будут доступны нам, эти 3? А, только за 60 монет, так что зря я их тратил так вот просто. Плохо, 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 друзья. Я же думал, что это не может быть просто так. Чего, попробуем сейчас своими силами. Ведь до этого все получалось. Вот, смотрите, как хорошо. Без всяких огненных мы все там внизу поразбивали. Это уже хорошо. Так. Вот, желтую, смотрите, мы разбили. И все остальное вокруг упало. Обалдеть. Без всяких там огненных снежков, без ничего. Так, а как его толкнуть так хорошо, чтобы отскочил и толкнул так вот, типа. Все, смотрите, готов. И у нас он 86 снежков еще. И хорошее настроение. А почему не разбиваются вот эти вот снежки под вот этим зеленым кристаллом? А может как-то так отскок
Ну, блин, не попал чуть-чуть. Может так попробовать? Мимо. Ну что ж, неужели теперь нам не будет вести? Смотрите. Да, промахнулся. Как же нам теперь вот это вот все дело выбивать? Я не знаю. Опять подвох какой-то. Давай, 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 давай. Надо теперь как-то его подбить, может. Вот, он сам подбился. Фух. Слава тебе, Господи, я уже думал. Рэм. И потратим здесь вторую жизнь. Но ничего. Тут все будет тут. Так. Все, мы опять первые. И восьмой уровень сегодняшний пройден. Давайте быстренько переходи к девятому. Так что мы сегодня долго играем. Но пока, заметьте, у нас 8 уровней пройдено и везде 3 звезды. Надеюсь, оставшиеся 2 мы тоже пройдем также с 3 звездочками. Ух ты, какая красота. Нам теперь нужно... Ага, первый раз смешанные уровни. То есть нам тут нужно теперь и 3 факела потушить, и 25 блоков красных разбить. Как же это все совместить? Давайте куда-нибудь. Так, от фонаря опускаем наш шарик. Отлично. Теперь бы, наверное, в эту сторону тоже. Отсюда он и сам прилетит. Эх, блин. Я просто так его, можно сказать. Опа-опа-опа-опа. Прыг-скок. Прыг-прыг-скок. Ой, класс, и потушили в итоге факел. Вот это был полезно израсходован снежок. Вот, тоже неплохо. Смотрим, нам осталось 9 красных блоков и 1 факел потушить. Давайте попробуем сейчас 2 зайца убить. Вот так вот, опа. Ну, не совсем получилось. Но все равно, что-то-то получилось. Вот. Так. Осталось 5 красных блоков. Наверное, как-то вот так вот. Так. Теперь вот здесь 4 красных блока. У нас осталось, в принципе, снежков еще довольно-таки много. Думаю, все у нас получится. 7 снежков. Эх, хотя с такой скоростью их растраты не факт. Так, 2 красных. Ага, мы же до этого не сможем добраться, что под низом. Смотрите, мы по нему никак не попадаем. Блин, а вот это вот уже плохо. Я почему-то не думал, что будет так тяжело. Блин. 4. А так, мы по факелу попадаем или нет? Как вы думаете? Не, они попали. Только так теперь. И вот у нас 2 снежка. И все, смотрите. И сюда. А как же... Я не знаю, просто правильный отскок. Так, разве что просто от фонаря. Что называется, стрельнуть, вдруг повезет. 1 снежок и 1 выстрел. Эх, мимо. Смотрите. Эх, блин. Ага. Так. Ну что, придется заново его проходить. Опять мы потратили 1 жизнь. Ну ничего, сейчас будем аккуратней. Уровни пошли сложные, поэтому что ж. Бывают и неудачи. Давайте начинать, наверное, с самого-самого верха как-то. Блин, опять неправильно все пропалилось. Ну что ж ты сделаешь? И опять не так, как надо. Тут факел вообще спалили, даже не тушили его. Ну что, как-то так может? Чтобы он отскочил сюда в другую сторону и прям в факел. Хорошо. Но ведь красных слишком много у нас осталось блоков. Можем их не успеть потушить.
Так, их еще 14 штук. Снежков-то у нас все меньше и меньше. И опять же, при том, вот эти вот красные блоки, которые внизу, по ним тяжело плач. Вот-вот, ну-ну-ну, блин. О, зато тот красный выбили. Хорошо. Так, осталось 7 блоков. Это уже лучше, чем если бы их оставалось, как в прошлый раз, много. Вот, и вот. Да, смотрите, класс. Почти все мы смогли спокойно выбить. Так. Надо потушить нам вот этот. Эх, блин, я не увидел, что там крутится что-то. Потушили. Этот красный мы можем без проблем. Ой, класс! Я даже не думал, смотрите. Лучше нам в прошлый раз так повезло. Ну что, да, 3 звездочки мы заработали. Вот у нас внизу снежинки, по которым, если попадают эти наши снежки, набираем кучу очков. В чем-то же нам должно вести. Итак, предпоследний на сегодня уровень пройден. Переходим к последнему, к 20-му. Все, интересно, что-то новенькое здесь будет? Нет, обычный уровень. У нас как раз вот 2 жизни, надеюсь, нам их хватит. И 5 минут до третьей. Так, ну что, тут какие-то он зеленые снежки. Сколько тут всего интересного. Давайте начинать. Ага, тут какие-то он каменные эти идут. Каменные блоки уже. Их, наверное, снежками точно не разобьем. Так, а что ж это за конструкции такие? Интересно. Надо, наверное, было по ним сразу стрелять, по вот этим. Чтобы не тратить потом наши снежки. И теперь можем попасть сюда. Какой-то у нас будет классный бонус, кроме огненного блока. Смотрите. А, большой шар-то еще и камень, и огненный. Ха-ха, обалдеть, класс. Прикольно получилось. Ну что, давайте здесь так же самым повторим. Вот, хорошо, красные блоки там поразбивали кучу. Смотрите. Ну, правда, у нас осталось-то всего 6 снежков. Что-то как-то мало нам дали вообще на этот уровень снежков. Ну-ну. Как нам выбивать что-то эти красные? Я даже не знаю. Ну-ну-ну-ну-ну. О, хорошо. Там выбили. Эх, не повезло. О, зато здесь повезло. Я совсем не потому целился, а попался нам вот этот красный. Блин, осталось 2 снежка, реально 2. И как же нам попасть во все? Вот, один попали, хотя опять не в него целились. И ситуация как в прошлый раз, то есть у нас остался один снежок. И нам как-то нужно попасть. Ну, обалдеть, вот этот раз... Все-таки смотрите, на последнем шарике уровень. Обалдеть. Смотрите, как он красиво залетал, как он радуется. Да, но, к сожалению, мы шли этот уровень с 2 звездочками, а не с 3. Мы ведь прошли. Ух. Как и в прошлом нашем обзоре, мы прошли 9 уровней с 3 звездами, а 1 с 2. Ну ничего. Бывает так. Что все хорошо. У нас хватило, терпения тоже. Так, как раз не будем мы сейчас игру уже оценивать. Ну что, друзья, на этом мы наш обзор будем завершать. Вот мы уже почти весь этот внутренний дворик прошли. Дальше он, как мы видим, уровни идут далеко-далеко. Поэтому узнать, что будет в продолжении, можете всегда из наших новых серий. Для того, чтобы их не пропустить, обязательно подпишитесь на наш канал, если вам игра эта понравилась. Также можете поставить лайк, мы будем вам благодарны.
Ну все, надеюсь, всем все понравилось. На сегодня будем прощаться. Пока-пока, до новых встреч.